Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео про Майтл Пони, которое называется «Один день из жизни школы. Как помирить подруг». И что ж, давайте начинать. Так, девочки. И, конечно же, мальчики. Так, дорогие дети, пожалуйста, давайте запишем нашу новую тему урока. Вот она представлена на доске. Деление и умножение. Прошу вас это записать. Мы записали. Так, хорошо, доставайте свои учебнички, открывайте страницу 64. Так, все достали, я проверяю. Ранти, Эпплджек, молодцы. Лили Блоссом, Флауэр Вишес, молодцы. Так, Фолтершей, а где твоя соседка? Она вышла, она сейчас придет. Ну, Радуга. Да, да, конечно, Радуга. Так, ну, вы тоже обе молодцы. Так. Значит, так, девочки, что это такое? А где ваши учебники? Ну, мы их забыли, у нас этих учебников вообще нету. Случайно мы их забыли взять. Совершенно случайно. Так, девочки. Что это за поведение? У вас должны быть учебники, вы же ученицы школы, ну, как бы вы должны носить всегда учебники. Так, девочки, у вас хотя бы есть дневничок или какой-нибудь, не знаю, там, хоть что-нибудь у вас есть? Да, у нас есть украшения, у нас есть айфоны и у нас есть всякая косметика. Девочки, это возмутительно. Ой, извините. Я такого не потерплю. А ну-ка, немедленно достаньте все, что у вас есть. А вы точно уверены в этом? Простите, вы у меня новый класс. Поэтому я уверена. Сейчас вам поставлю двойки в дневники. Вы лучше бы так не спешили делать. И это еще почему? Вы хотите бы знать мою фамилию? Нет. А какая ваша фамилия? Ой... Если вы не знали, моя фамилия называется Высшего. Странная фамилия. Значит, вы Искорка Высшего. Ну да. А вы знаете, кто моя мама? Так, получается, ваша мама директор школы? Ну да. Ой, извините, тогда хорошо. Вы можете, в принципе, посидеть на телефоне. У вас же, наверное, там есть программка. Конечно, у меня там есть программка по поводу школы и всего такого. Просто мы не успели учебники купить. А, ну, конечно, конечно, извините тогда меня. Я просто, извините, я ошиблась. Конечно, ничего страшного. Что ж, причем это не так уж и важно. Что вы, как это? Конечно. Все, ладно, я пошла. Так, хорошо, дети. Давайте продолжим. У нас есть два действия в математике. Это деление и умножение. Давайте их рассмотрим. Итак, прошел весь урок. Дзинь, дзинь, дзинь. Ну что ж, вы все молодцы. Радлити молодец 5. И, конечно же, Искорка тоже 5. Все умницы и молодцы. Так, идите на перемену. Потом у вас будет вторая математика. У вас замена. Хорошо, хорошо. Ой, Эпплджек, хорошо, что мне 5 поставили. Ну да, ты у нас умный, у тебя же тоже мама, так скажем, даже не то, что директор, у тебя мама вообще принцесса. Да, я это знаю. Может быть, пойдем что-нибудь покушаем? Ну, не знаю. Как хочешь. Что там за шум? Ну ладно, пойдем покушаем. Да, пойдем, нам это не важно. Так, идем, сейчас покушаем. Так, девочки, кстати, я с вами иду. А, ну конечно, Лили Блоссом. А Флауэр Вишес с вами идет? Ну, я не знаю, она идет или нет. Но все равно. А что случилось? Да, мне тоже интересно. Ой, сейчас. Да так, в принципе, ничего особливого не случилось. Просто, ну так,
ничего. Просто, я не знаю, она куда-то ушла. Ну ладно. Пойдем тогда, я думаю, она загонит. Я надеюсь, нет. Ладно, идемте уже, девочки. Идем. Спустя время. Девочки, идемте быстрее. Да, мы идем. Идем. Ну ладно. Кстати, вы знаете, что я узнала? Мама сказала мне, что... Ну, не мама, а именно... Короче, как вам объяснить? Как вы знаете, наш, скажем, директор школы, это принцесса Селестия. Да, конечно, мы же все знаем это. А принцесса Селестия, она моя тетя. Правда? Она твоя тетя? Ну да, что такое? А, получается, что она... все, я поняла. Ну да, получается, что... Да, все. Я поняла. Твоя мама, там они сестры. Угу. И поэтому у меня вот так выходит, что она моя двоюродная сестра. Ну, как бы я никому не хотела сказать, девочка, никому не скажете. Так вот так делаете вид, как будто вы друг друга не знаете. Да приходится нам. Мы и так с ней каждый выходный видимся. Круто. Ну ладно, пойдемте по местам. Я пойду к Flower Wishes. А что случилось? О, Flower Wishes, иди к нам. О, девочки. Привет, Лимблоссом. Привет, Flower Wishes. Я пойду. Иди. Так, я что-то не поняла. И я, что у вас тут происходит? Что-то вы, вижу, не очень дружелюбные, как обычно. Ой, ну так, ничего такого особливого не произошло. Просто так. Так, а ну-ка немедленно выкладывай. Нам очень интересно. Да. Ну, поссорились мы с ней, и что? Надо вас помирить. Бред какой-то, я с ней уже не буду мириться, она мне уже надоела. Я с ней не дружу. А ну-ка, нет, быстрее, обнимашки. Да, Лу, иди, не знаю, там, или ты попроси прощения, или она пусть попросит. Пусть она просит. Нет, ты, отстань от меня, отстань сама. Так, ты мой браслетик скинула, а он мне очень дорог. Раз уж тебе браслетик дорог... Даже подруга, ты иди отсюда, сама иди отсюда. Так, девочки, нет, не надо, девочки. Отстань, девочки. Все, девочки, хватит. А ну-ка, немедленно сказали нам, что тут происходит. Вот. Я ничего не буду говорить, и я ничего не буду говорить. Девочки, что происходит? Объясните, пожалуйста, нам. Я, например, запуталась полностью. Ничего, спроси у нее, это ты. Дзинь-дон. Ай, урок. Ладно, Блуджик, пойдем. Видно, тут мы мешаем. Да. А, так, детки, значит, у нас вторая математика. И сегодня я вам хотела сказать, что у нас будут на второй математике, математика, конечно, как обычно, но будет необычная. Мы будем работать все в парах, чтобы, быть дружнее. Ой, извините, мы опоздали. Ну, хорошо, проходите. Поэтому мы будем в парах не как хотим, а как вы сидите. То есть, Раттис с Эпплджек, потом будет Лили Блоссом с... Flower Wishes, потом будет Искорка и Starlight, и еще будет наш Fluttershy. Кстати, Радуга не пришла. Ну, она, я не знаю, она что-то не пришла. Господи, где ее носит? Я не знаю, куда. А, нет, вот она сама скупила, она домой ушла. Чего ей, кажется, к врачу надо было. А то я смотрю, она не пришла. Ее вещи. Надо ей написать, чтобы она вещи взяла. А, у нее мама тут работает, поэтому ее мама сейчас вещи заберет. А к какому она врачу идет? Справочки есть? Да, она говорит, в портфеле вот достать вот. К это. А, ладно, вспомните. Короче, она будет кровь сдавать. А, хорошо, вот ее справка. Хорошо, тогда ты, раз уж у нас без пары, ты будешь со мной.
Ну, хорошо, я согласна. Так, что ж, давайте начнем с вами. Эй, Эпплджек, Эпплджек. Да, что случилось? Я, конечно, понимаю, что мы сейчас работаем в парах, но у меня есть небольшая идея. Что тебе за идея? Знаешь что, нам надо девочек помирить. Я понимаю, а что случилось? Понимаешь, я читала где-то в фильме, что знаешь, как можно их помирить? Как? Значит, у тебя есть листик? Конечно. Дай мне, пожалуйста, листик. Мы его поделим на две части и напишем. Положим в портфель Flower Wishes и Lily Blossom. И тогда мы сможем их помирить. То есть на одном листке будет от, типа написано от Lily Blossom. Прости меня, пожалуйста, Flower Wishes. На другом от Flower Wishes. Прости меня, Lily Blossom. О, шикарная идея, давай так и сделаем, давай. Вот мой листочек, сейчас его разорвем. Давай, разрывай его. Ты разорвала? Да, разорвала листочек. Так, что ж, теперь надо написать. Ага. Все, написала. Так, сейчас, у меня есть небольшой вариант. Угу, какой? Я... Значит, аккуратно сейчас говорю, что мне надо выйти. Потом подхожу, быстро убираю одно в портфель, потом ты идешь. Хорошо, я поняла. А, извините. А, да, да, что случилось? А, извините, а, Наталья Владимировна, а вы можете нам, как бы вам сказать, а, ну, как бы, мне надо просто выйти. О, конечно, конечно, выходите на здоровье. Ой, благодарю вас, спасибо большое, правда, спасибо. Мне просто надо выйти там спустя некоторое время. Та-та-та-та-та. Так, давайте у тебя проведу, что ты тут сделала. Ой, прости, сейчас. Ничего страшного, вот у меня тут там тетрадка, все такое. На телефоне. А, понятно. Все, твоя очередь. Угу, хорошо. Так, ну ладно, все. В принципе, нормально. А, извините, можно мне выйти? Ну, хорошо, выходи. Ага, да, спасибо. Спасибо. Спустя некоторое время. А, все. Ой! Что там? Что там такое? Что там такое? Новые контрольные принесли? Нет. Нет? Все, все. Это чей-то портфель, девочки, чей-то портфель? А, это мой, можете мне его подвинуть? Ну, конечно, конечно. Ой, показалось. Так, хорошо, давайте продолжим. После звонка. Дзинь, дзинь, дзинь. А, ладно, надо уже собираться. А? Что? Что это за бумажка? От Flower Wishes. А, кому? Мне? Что? Мне? С чего это она вдруг решила мне написать? Прости меня, Лили Блоссом. Так, что это за бумажка? От Лили Блоссом? Что? Мне? О, прости меня, Flower Wishes. Flower Wishes, Lily Blossom, прости меня, да, прости, 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 я прощаю тебя, и я, ой, как хорошо. Ладно, пойдем собираться, пойдем. И, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, кому понравилось, поставьте лайки, пишите свои комментарии, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вам нравится, и... Ребята, никогда не ссорьтесь со своими лучшими друзьями. Дружите с ними и всегда уважайте их. И всем пока! Всем пока-пока!